которую мы поймали, это было 50. Ехали, конечно, но... Ладно, посмотрим. Тот, к которому мы ехали, на полу как раз был 50. А, восьмой. О, восьмерочка. Да, это уже восьмерочка. Нужно быстро найти место. Давай, 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 давай. Опа. Давай тут, давай тут. Давай твои место. Давай. Блин, я тут. А ты тут сядешь. Даже отлично. Билет. А он не совсем понятный. Аллилуйя. А, блин, ты уже пятый карточек, ты чё, блин? Сезон приезжает, всё. Блин, тебе напоминает дело. Ну что, это прикрепление, ну, это прикрепление нашей... Да, не последнее. Нет, просто хотел на видео. Да, ну что, да, мы прощаемся со станцией Слобая. Попрощаемся еще с Рашкой, это последняя Рашка. Да, это, кстати, восьмерка. Это не 50, а восьмерка. Да, у нас Рашка восьмерка, да? Бегушка карате. Я тебе школьную справку делаю точно. Обязательно сделаю. Ну что ж, интересно. Все Я еще одну игрушку давали, или там, 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 или
ты перезвонил, когда котлом можно повторять, надо попробовать. Ну там было надписи, да. Но я попробовал. Потом мы сейчас перевели, там это я. Чтоб там хоть что-то поймать. Интересно, наверное, пока здесь кто присадит. Короче, пробиваю его. Thank you.
Давай. Сейчас. Нет.
пока мы тут враз. Сидим, я дыхаю, просто чили. Я тогда буду
Кирпичик того.
Thank you.
что ж, мы на станции 313 километр. Уже почти приехали в Тулу. Скоро уже будет Тула. Это телефон киевского.
это восьмерка. А, не кринжи мне. Кстати, я видел, что люди один из четвертого. Станочек почти одни R2K. Опа. Прокатился на РА-2. Мне понравился. Ну, хотя бы потому, что там было. Отлично, еще. Туалет кринчный. И фигушки проходят. Давайте кринчи-то выкинем из чата. Ты чё? Не знаю. Нет, электродинамику нельзя. Почему я отношусь положительно? Что даже после вчерашнего или когда? Я до сих пор к нему положил счет. Чего? Это ни капельку не изменит. Ты хоть немножко, бля, осознаешь, что он плохое. А ты видел там где, короче, там всю дорогу он тебя разговаривал. Короче, насчет этого. Насчет Олег Тимон, ты что, не признаешь то, что он неправильно поступил? Ты че, я же положительный к нему отношусь. Не, ну я... Конечно, не хочу тебя разочаровать, но я не признаю. Просто я не видел, кто. А если у вас это слово? Я все равно нейтрально, это отношусь. Я не про отношения, я про твое отношение к действию, а не к человеку. Тоже нейтрально, а че? Обычно я равнодушно отношусь к этим. А если бы он не дорогие написал, то на что? Не по. Можно я вот так вот напишу для дорогие? Как будто ну, вся прошлая рука не наступила на прощадку. А ты осуждаешь детство или почему? Смотри, какие. Другая. Это, кстати, бутылка. О, блядь. Если не знать, то только большие мелкие буквы и то не было, да? Да, согласен. Вот этот перегон я, кстати, второй раз это проезжаю. Да ну. Старик уже стал еще. Да, я не знаю. Только ты как-нибудь будет говорить, где кто-нибудь играет. Не знаю. Какие-нибудь он вообще появится, типа раз в шахту пойдет. На 4022 там отдыхать отпустим. Или ночевать. У вас есть время сгонять именно за едой, а не за чипсами. Ну, купить билеты и с тобой, короче, будем задерживать вот, дверь. Чипсы, да. Чипсы, это хорошо, не спорят. Да давай, мы, наверное, пойдем покупать билеты. Ты, у тебя есть наличка? Нету. А. Жаль, нельзя купить. А тебе зачем вообще купить билет? А я что, от контрол буду бегать? Давай. Да. Не, я так не занимаюсь. Че, не хочешь? Че? Не хочешь бегать от контрол? Нет. Че он купит? Ты же не любой. Нет, у тебя школьник справка есть. На этом участке и не на последней электричке. Там 483 рубля. Ну, смотри. Вот он сейчас победитель на троих собирается. Конечно, похороче, потому что там платформы бывают такое. Нет, почему? Я не буду бегать от контрабита, я сразу билеты, а потом бегу в матрас. Смотри. Вот смотри. За 10 минут можно все бегать.
Ну, главное, прям быстро-быстро-быстро все делать. Так, стоп, это же наша елка должна быть до 5 минут. А, мы, кстати, сегодня А2 видим. А2? Да. Служебные? А, видим. А, служебные. Где? Сейчас вспомню. По-моему, история со Спротяном. Да. На Подольске? Либо на Курском видел сегодня, либо в Калининском, но я не помню, но я точно знаю, что я его сегодня видел. Мне А2 нравится очень. Мне жаль, что их почти не снесли. То есть пассажирское движение у них уже больше нет? Да, и главное, нигде их больше нет, потому что их нигде и не было. Криндец. Это вообще криндец, честно скажу. Так, через 5 минут. Так, внимание, через 5 минут прибываем в Тулу. Тулу Московскую. Нет, Тулу Курскую. Московский вокзал. Великая Тула без вокзала Дмитра. Без Московского и Ряжского. Это да. И без Кософарова, который очень любит Тулу. Ну, по факту. Чё говоришь? Что ты очень любишь Тулу. Что по факту? Что без Кософарова? Там же Татры. Т6. Да. И да, ты постоянно там ходишь, как я понимаю. Ты вот ради этих Татр. Я сегодня управлял Татрой. Ах ты ж зараза. Я тебе сейчас не знаю как. Я тебе сейчас... Типичное кафе Новой Московской. Не скажу где. Блин, в Новомосковске это сейчас очень нравится. Согласен. Че там Новомосковске? Там просто москвичи типа... Да. Сейчас у тебя колония, когда там в Москве. Понял. У тебя там колония. Блин, ну Узловой вообще топово было. Ну, сам город топовый, так еще и вокзал, блин, вообще. Да, согласен. И вообще, Косовар, ты когда-нибудь в Узловой был? Да, ну, вокзал. Не, вокзал топовый. Да. Там в Московске, короче, все. Судя по всему. Ну смотря почему, конечно. В каком плане, конечно. Так узнал, что там социал принимает только лишь до ожерелья. Там может еще экспресса до Москвы вроде. Да. Я сейчас сразу же бегом с билетами. Сразу прям. Я в головной погнал тогда, потому что я же еще покупаю. Так, через 3 минуты прибываем. Если прям на край придерживайте двери, окей? Окей. Блин, захотел тут уже пописать. Не, ничего. ВПшку. Так, ладно. Допустим, ты держишь чипсы, а то у меня телефон вообще-то. Блин, он с собой еще бутылку. Оставлять его в вагоне не собираюсь, только в туалете выкинуть. Какой-то удушье. Это чисто когда играешь в футбол. Знаешь, почему? О, 19 стоит.
принципе, мы сейчас можем посмотреть на него. А, помню, когда меня два раза жестко подыхал дали. Это было жесть. Конечно. Да нет, а когда играли в футбол? Мячом? Да, мячом прям вообще. Да, вот. Пошли сбегаем, мне прям 19 посмотрим. Ты что, серьезно? Почему нет? Ты, конечно же, ты в Питране. Ты же в Питране. Сложи вот этот КТМ-19. И вообще, КТМ-19 для меня уже не нет, конечно. Почему? Так что ты, как я еду в те города, которые имеют трамвай, а там КТМ-19 стоит. Причем у меня еще видео от них есть. К тому же я в Коломну могу ехать на них. Все равно это вообще, по-моему, не редкость. Кстати, под водой стоит, ТП-шка. Да, стоит такой, блядь, 47-й, я не хочу его. Должна быть какая-нибудь зарядка. Но попался вообще нулевых. Печалька. Да, вообще почему. А, нет, все-таки не смогу. Блядь. Сюда. Нет, выкинуть бутылку. Так, ладно. Алло. Я сейчас не съеженный. Так. Я сейчас не съеженный.